Украина. Герангойский батальон. Агдеринский район Карабаха. Ущелье по дороге на Сарксангское водохранилище, говоря по-местному, Суамбары-Сарсанг. Передовая этого дикого Карабахского фронта. Ущелье. Герангойский батальон. Главный запах войны – солярочная гарь от непрерывно работающих танковых движков и запах кирзы. Здесь перебивается теплым духом овечий отар, идущим от батальона. От пары сотен, немытых месяцами, грязных, заранее насмерть перепуганных батальоном армии Азербайджана. Как дела? Хреново? Плохо. Чем плохо? Ну, плохо в том, что вы в окружение попали. Что в окружение попало? Батальон. Там? Нет, наш батальон. Отчетливо. Это понятно только ему одному. Командиру. Визиру. Хотя потихоньку паника расползает. Становится острее. Начинается какая-то беготня, хватание автоматов и наугад в сторону армянской позиции начинают молотить танки. Без цели и смысла. В ответ на танковый огонь с геронбойских позиций начинается истребление батальона. Огонь со всех сторон, по танкам и людям, на полное уничтожение. Вот как все это было с первой минуты. Поначалу все было даже очень мило. Батальон держал высотку, уютную горушку, которая вполне могла бы обеспечить господство геронбойского огня над всем ущельем, дорогой и крутыми склонами соседних гор, где техника врага никогда бы не закрепилась. Все действительно поначалу было даже очень мило. Русский, что? Русский! Какими судьбами здесь? Ангелы. На нас? Там все идет. На нас все идет. Машина, давай. Первый под танковым внезапным ударом была сдана высотка. Батальон столпился внизу у машин, одуревший и растерянный. Thank you.
Куда? Куда попали? В машину. Куда? Приказы не действуют. Офицеры батальона несут какую-то околесину и только усугубляют панику. И все острее горячий овечий запах, и бессмысленнее беготня, и паника, и результатом ее попытка прорыва. Окружение в самом нелепом месте, полностью открытым огнем. Убитых не подбирали, бросали отступая вместе с оружием, бушлатами, сапогами, раненых тех, что могли двигаться, хоть чуть-чуть все же вытаскивали. Боишься? Пошли! 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 Создалось впечатление, что численность не играет особой роли в этой войне. Что если бы было в два раза больше там сейчас на высотке, то в два раза больше бы и побежало. Так точно. Но то, что в три раза больше было бы, в три раза больше побежало. Бегство геронбойского батальона с позиции мгновенно породило панику по всей линии обороны. Начались захваты автобусов, вывозивших раненых. Что, почему плачешь? Кошмар вообще. Сколько там раненых везет? Беглых геронбойцев перехватывали и доставляли в Тартер, в ставку генерала Садыхова. Сколько человек привезло раненых? 75. Сколько человек привезло раненых, говорю? Это что такое? Я тебе еще раз говорю. Кто там паникует? Кто паникует? Я тебе разрешаю ответить. А мне не надо с вас кто-то звонить. Ты звони начальник госпиталя. Я на верху. Я вас отправлю туда, блядь. На верху был я. Вот с этим парнем раненым. Я положил на свое место. Доставка.
Ущелье Самбары, март 93-го года.